Мюзикл в замке «Ой, Лейнштайн» показали и на школьной сцене. Он исключительно на немецком языке. В постановке заняты ученики 6 и 7 классов. Сюжет более чем оригинальный. В течение почти часа актеры на иностранном языке обыгрывают жизнь привидений. Суть этого мюзикла – привидения замка готовятся к встрече. Должны приехать люди на экскурсию, и привидения обсуждают, как лучше сделать, чтобы это было весело. Я считаю, что это очень хорошая идея, так как дети раскрепощенно могут разговаривать. Конечно, сначала это заученные фразы, но затем где-то в речи они могут употреблять незаметно те же выражения, которые они изучили, выучили наизусть. Участие в таких спектаклях мотивирует школьников к изучению иностранного языка. Ученики репетируют мюзикл по выходным. На сцене те, кто начал изучать немецкий язык сравнительно недавно, год или два назад. В данном мюзикле я исполняю роль духа Исполинских гор, который живет в замке с привидениями. И в этот раз мы собираемся в нем и устраиваем праздник. Гастерштунда. И в этот момент происходит моя подруга, Флашенгаст, дух из бутылки, у нее юбилей, ей 1000 лет, и мы и день рождения ее празднуем, и Гастерштунда. Мне нравится очень участвовать в этом мюзикле, он всегда меня заряжает позитивом. Мы выступаем очень часто, ездим по разным городам, знакомимся ближе с немецкой культурой, и это все мне очень-очень нравится. На счету каждого из них несколько ролей. Зрителю иностранный школьный театр показал уже 3 разноплановых мюзикла. Гимназисты с большим успехом выступили на сцене Минска, Бреста и Альтены.